Если проблема чувствительная, это не значит, что ее нельзя обсуждать. Ее нужно обсуждать, ее нужно правильно обсуждать. И здесь, мне кажется, мы должны взять опыт развитых стран, западноевропейских, американских опыт. Этих странах, уверяю вас, отношение к животным может быть даже еще более гуманнее, чем у нас. Еще более сформированная культура отношения к животным. Поэтому мы должны эти опыты стран посмотреть. Они сталкивались с такого рода ситуациями. И здесь используют опыт наиболее передовых стран, скандинавских стран, например, которые вот именно как-то решают этот вопрос. И нам здесь, мне кажется, не надо самим что-то выдумывать, нам надо посмотреть, как они, другие страны, используя то, что принципы гуманного отношения к животным действуют, и вот эти принципы себя используют. Мне кажется, здесь мы не должны что-то сами придумывать.